Проект «Городская электричка» и запуск современного поезда «Ласточка». Сегодня в Новосибирске обсудили развитие сферы железнодорожного транспорта в нашем регионе. Новый виток – подписание трехстороннего соглашения о взаимодействии и сотрудничестве мэрии города, правительства области и ОАО «Российские железные дороги». О важности этого документа. Константин Клещин. Соглашение с ОАО «Российские железные дороги» региональные власти подписывают раз в 5 лет. И событие это из разряда очень важных. В документе прописаны основные направления сотрудничества сторон. Предыдущее соглашение реализовано в полном объеме. За эти 5 лет железная дорога инвестирована в регион Новосибирской области более 42,5 миллиардов рублей. 13,6 миллиардов из них это прошлый год. Эти средства идут как на обновление инфраструктуры, на это вы, наверное, помните эти объекты. Это станция «Сеятель», новый пересадочный пункт, Новосибирск-Восточный, это Черепаново. В этом году работы по строительству новых вокзалов завершатся на станциях Татарская, Чины, Сокур. Обновляется подвижной состав. Начали работу 2 новых современных электропоезда на пригородных направлениях и скоро запустят еще один. В ближайших планах запуск поезда «Ласточка» в направлении Барнаула. Я уверен, что подписание нового соглашения, оно не только содержит основные принципы нашего взаимодействия, но и конкретные проекты и объекты, которые уже запланированы в программе до 2025 года, будет способствовать дальнейшему активному продвижению нашего сотрудничества. Для региона сейчас также важно проработать запуск маршрута до аэропорта Толмачева. Мегаполис ждет развития сотрудничества и по другим направлениям. Константин Клещин, Андрей Дулепов, Новости ОТС.